Раннее будничное утро. Глава муниципалитета идет через проходную завода «Гипсобетон». Первым делом осмотр небольшой исторической экспозиции в фойе главного здания. Среди экспонатов – книга заводской славы. План выполнен. 102,9%. Да? Сколько времени прошло, а план все выполняется. На предприятии трудится около 230 человек. В прошлом году завод отпраздновал свое 55-летие. Валерию Венцулю и сопровождающему его первому заместителю главы администрации Альберту Гравину продемонстрировали производство. А церемонию награждения памятными медалями устроили в одном из цехов. Для нас, в первую очередь, и для органов местного самоуправления очень важно помнить и чтить свою историю. И, конечно же, ценить самое главное богатство. Это тех людей, которые своим трудом создают благосостояние нашего муниципалитета, ведь ни для кого не секрет, что помимо рабочих мест это еще налоговые отчисления, за счет которых формируется бюджет нашего муниципалитета. Завод «Гипсобетон» является партнером многих строительных компаний Москвы и Подмосковья. Глава района вручил лучшим работникам предприятия 33 памятные медали, выпущенные к 90-летию Ленинского района. Среди награжденных как представители руководства завода, так и рядовые работники. Это радует. Это тоже тот же стимул, понимаете, что о нас не забывают. С родственниками будете отмечать? Ну, такое дело, надо обмыть шампанское. Также повод откупорить шампанское появился у работников торгово-промышленной фирмы «Конструкция». У ней несколько производств, самое крупное из которых в Ленинском районе. Коллектив предприятия составляет более 80 человек. Здесь главе продемонстрировали и производство, и образцы выпускаемой продукции. Это minimal windows, это минимальные окна, да, то есть когда пользователь, фактически собственник, не видит ничего. На этом предприятии награждение состоялось также недалеко от рабочих мест. Памятные медали вручили 13 представителям трудового коллектива. Очень приятно, что администрация ценит вклад нашего предприятия в экономическое развитие района. Очень приятно, что действительно первый руководитель имеет своей возможностью прийти и пообщаться с людьми. Безусловно, это очень располагает. Действительно, после награждения работники предприятия имели возможность задать Валерию Венцулю вопросы, касающиеся планов развития промышленных зон муниципалитета. Договорились о том, что будем проводить такие встречи, такие мероприятия для того, чтобы понимать, какая потребность от нас, как органов местного самоуправления, для учреждений предприятий необходима. Но, может быть, в том числе и к вам будем обращаться, ведь именно вот в таком сотрудничестве, таком соработничестве появляются хорошие, очень интересные идеи. В ближайшее время глава муниципалитета планирует посетить и несколько других предприятий района. Максим Козлов, Николай Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.